ощущение, будто мы в ловушке. Выпустите меня! Его безумие только усилилось. Мы провалились! Сними на камеру. Погоди, погоди. Что, что, ты в порядке? Там есть какой-то человек впереди. Они просто жители этого места. Да все хорошо, давай. За углом кто-то стоит. Вот именно! Феликс плачет, что ли? Охранник, охранник идет. Здрасте. Если нас поймают, мы умрем. Мы умрем? Да не плачь. Все хорошо, все хорошо. Лено очень любезный. Спускаемся? Спустимся и вернемся позже? Где этот класс? Откуда мне знать? Нам идти за призраком или как? Пойдем? Это странно. Чего странного-то? Пойдем другим путем. Да брось ты, эй! Погоди, давай пойдем направо. Я знаю страшную историю. Какую? Жили морковь и редиска. Но морковь все любили больше. Из-за чего редиски было грустно. Вот почему это страшная история. Знаешь про захватывающую историю? Про летающий ботинок? Тут есть сердечко. Он напугал меня. Минутку. Нам нужно зайти внутрь или что? Нам нужно зайти в художественный класс. Пойдем. Хорошо, пойдем. Давай, давай. Там наверху нужно будет найти, что и где находится. Думаю, так. Музыкальный художественный класс самый пугающий. Они всегда в фильмах ужасов. Вон класс искусств. Где, где, где? В конце коридора. О, они нашли. Хорошо, идем. Художественный класс. Спина. Видишь, спина болит. Идем. О, это клоун. Не люблю страшные вещи. Я правда ненавижу оно. Точно, он не любит клоунов. Это Пеннивайз. Из фильма «Оно». Вон, вон, клоун. Вон, вон там. Это человек. Это не человек. Двигается, двигается, двигается. Смотри, двигается. Все хорошо, это человек. А знаете, знаете, была такая хижина в лесу. Как-то люди отправились в поход. И они заблудились, когда село солнце. Они увидели старую хижину и зашли туда. Там было очень много картин. Они ходили и говорили, вон уродливо, это еще уродливее. Они дальше рассмотрели эти картины, поговорили, поели и пошли спать. А когда проснулись, увидели, что все картины — это окна. Все были призраками? Все картины — призраки. Они смотрели прямо на призраков. Получается, это не были просто картины. А я хотел сегодня порисовать. Просто не рисуй людей. Что ты будешь делать, если твой рисунок начнет двигаться? Привет! Посмотри, оно живое! Моя картина, она жила! А потом понимаешь, что это были живые обои. Погоди, нам правда надо ее открыть или что? Что находится в классе? Что-то есть. Откуда нам знать? Нам нужен пароль? Поднимайся. Нет, погоди. Что-то острое. Ему нужен шоколад Хершис. Хершис. Это хлопушки. Осторожно, на полу хлопушки. Ого, здравствуйте. Как вы? Господи! Боже, открой! О, неплохо, неплохо. На полу хлопушки, ты чё, поднимайся. Нет, правда, я не справляюсь. Здесь что-то есть, смотри. Так и есть! Да что, эти хлопушки? Видно? Нет, тут ничего не будет. Нет, тут что-то есть. А, насекомые. Погоди, может поднимем, перевернем? Я бы засунул руку, если бы не насекомые. Просто сделаю? Может, может я? Выглядит ужасно. Что это? О, слайм! Слишком липко. Вытащи. Тут цифры. 823. Готово. Это пазл.
Они уже нашли пазл? Лестница, аккуратнее, лестница. Ничего, все закончилось, закончилось. Я правда не знаю. Думаю, это слайм. Феликс, ты что, хотел шоколад Хершес? Там и правда было страшно. У нас уже закончилась осень. Хочу, чтобы зима наступила скорей. Я тоже. Знаете, когда вы надеваете пуховик в середине осени, наступает зимнее настроение. Господи! Хан, вместе с Аеном, принесите пазл из класса 6 и 4, расположенном на втором этаже. Класс 6 и 4? Мы остаемся последними? Следующие пошли Хан и Аен, да? Хан и Аен, да. Что было самым страшным? Хлопушки. Все. Хлопушки? Все. Когда зашли в темноту, больше всего меня напугало подниматься по лестнице в темноте. Там же голова падает до того момента, как ты зайдешь. Он так громко закричал, что я испугался от неожиданности. Ого, страшно. Увидимся. Класс 6-4, он на втором этаже. Ага. Мне страшновато. Господи! Напугала. Было бы легендарно, если бы она ударила нас по голове. Хан не испугался. Это потому, что он логик. Мы не умрем здесь. Таково его мышление. Хён, мне страшно. Пойдем, пойдем. Мне страшно. Да все нормально, пойдем. Тут что-то есть. Готовься к испугу и знай, здесь что-то есть. Понял? Что-то слева. Я слышу там шаги. Пойдем за мной. Все нормально, мы выживем. А, так это охранник. Здрасте. Я должен был испугаться, боже. Простите. У меня ноги болят. Почему ты не напугался? Миленько. Там кто-то сидит. Глянь. Это оно? Страшно. Почему он так просто ее взял? Я долго боялся этого места. Взял ее. Внутри кто-то есть. Короче, смотри, я расскажу, как побороть страх. Здесь есть оператор. Еще одна камера тут. Призрак. Он тебя все равно будет пугать, поэтому приготовься просто. Погнали. Извини. Что это? Значит, здесь есть хлопушки. Сядьте на эти места и сыграйте в блок флейт, чтобы получить кусочек пазла. Я не умею играть в эту игру. Подожди-ка, я не знаю про... Ё-моё! Для диез нужно закрыть наполовину. Это когда ты закрыл отверстие до середины? Да. А где флейты? Извините, флейты не у вас? Может быть, не в шкафчиках? Ой, это же может быть живой трансляцией. Давай всем помашем. Передай всем привет. Приветик. Здравствуйте. Я Хан из Трагиц. А я Аен. Туда тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Хан. Аен. Со мной же хорошо, да? О, да, сейчас все хорошо. Я думаю, что Аена и Хана невозможно будет напугать. Хан? Хан же всегда смотрит ужастики по телевизору. Он боится много вещей. Да, много. Вот так пугается. Если мы поспешим и не испугаемся... Если не будем бояться, то и не будем пугаться. А ты сможешь не бояться? Без проблем. Должно быть, охранник совершает обход. Охранник подскажет им. Он подходит, когда понимает, что вы тупите. А, точно говорил, он поможет. Спасибо. О, большое спасибо. Они дали трудные песни. Как играть Ре Диез? Теперь мне грустно. Серьезно?
Серьезно? Очень расстраивает. Я просто... Я умею играть на блокфлейте. Но не знаю, как играть ноты с диезом и бемолем. Я не умею. Погоди. Он вернулся. Он поможет? Сыграйте песню, которую знаете. Хорошо, я сыграю. Я знаю вот такую песню. Сколько ты еще будешь играть? Ты к нам змей призываешь, что ли? Отличная работа. У тебя комната 208. Это ведь он? Пароль? Его надо будет ввести, да. 208. 208, 208. А, вон где. А, вот. Она? Это она? Нам надо ее открыть. Она нам и нужна. О, точно. Мы играем с тобой, как новички. Такие дураки. 208, вводим. Мы плохи в загадках. Мы сразу проиграем. Нажми, надо нажать. Они ничего не могут нормально сделать. Я-то думаю, у них не получается из-за темноты. Они, оказывается, сами по себе такие. Не открывается. Погоди. Он использует силу? О, открыл. Что это? Он ее сломал? Идем, мы закончили? Было так сложно. Поэтому вы использовали силу. Не, мы ввели 208, но коробка не открывалась. Завяжи шнурки. Двойной узел. Хён Джин и Сын Мин, свяжите руки, чтобы быть вместе. И достаньте первую подсказку. Она в общежитии, находящемся снаружи. Где? Общежитие? Оно сказало снаружи? Я просто услышал в общежитии. Думаешь, там просто про общежитие? Нам типа надо выйти, что ли? Я покрою мир одной стрелой. Выходи давай. Открытый склад. Где он? Дома нам сюда. Ты показываешь нам путь? Это что, подарок второй комнаты? Не глупи. Большое спасибо. Ну нет. О, свет работает. Зачем мне включили свет? Сядьте на стулья и вырежьте сотту, которая лежит перед вами, чтобы получить подсказку. Зонтик! А если мы проиграем, Стэйни очень обрадуется. Ты уже играл в это? Нет. Помнишь, у школ раньше стояли автоматы, и там надо было заплатить 500 вон, чтобы поиграть. Мы были так счастливы, если получали короля. Быстрее пой. Спойте первый куплет Gone Away, держась за руки. О, другая миссия. Спасибо. Давай драться! Они напугались. Наконец-то их напугали. Это подсказка.
Мы провалили миссию. Давайте, наконец, соберем наши сложно добытые пазлы. Окей, let's go. Первое наше. Сложим их. Вот так. А, нет, неправильно. Должно быть вот так. А, да, точно, верно. Это сложили. Дальше. Это сюда. Получилось 8119. Или 6118. Как правильно, так или так? 81-19. Я думаю, так. Девятка не так выглядит. Поэтому это 61-18. Думаю, это 61-18. У восьмерки нижний кружочек больше, чем верхний. Я тоже так думаю, да. Научный подход? 61-18? Мы можем выбираться? Сваливаем отсюда! Давайте выбираться! Торопись! Быстрее! Я ничего не вижу! Давайте уже! Я даже твою тень не вижу! Ну правда, я первый раз сегодня испугался. Он напугал меня! Он испугал меня! Бежим! О, я бы ни за что не вышел в классе искусств, если бы пошел туда. Я оставила свой снэк в классе искусств. Принесешь, пожалуйста? Где оставила? Снэк? Может, другой купим? Пожалуйста! Он очень важен для меня. Я один пойду? Я не смогу, это слишком страшно для меня. Вы что, угораете? Я пошел. Все в порядке. Совсем один. Я не смогу пойти один! Можно я включу свет? Подождите! Стойте! Подождите! Мне очень страшно! Пожалуйста, я не шучу! Я правда не могу! Там что, кто-то есть? Боже, почему так страшно? И где этот ваш снэк? Я не думал, что это человек. Простите. Где снэк? Скажите, где лежит снэк, пожалуйста! Я не заснял это. Я сдаюсь. Я хотел заснять. Он сидит на полу. Что это? Отвратительно. Я тоже так подумал.
Это сумасшествие какое-то! Как тебе мое представление на лестнице? Ты был на лестнице? Я тебя там ждал. Это был ты? Ты не понял? Боже, я... Перевод фансаб группы Intenity озвучила Кадзе. Услышимся. Самый зеленый. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Камень, ножницы, бумага! Выбираю, Чана!